Вашему вниманию предлагается практически окончательное в этом году решение по модернизации исполнению электрокосилки на базе лоплоша. Использованы многие элементы стандартного лоплоша, в частности вот эти вот боковинки, это штатные боковинки, то есть они использованы как есть, сзади они закреплены на планочках, которые позволяют их вынести за пределы рамы. Спереди стоит балка, вот эта силовая балка. Сначала она делалась из пластинки, но теперь заменена на трубу, потому что действительно нагрузка на нее большая и гнуться она не должна. Ее задача — разнести боковинки пошире спереди, чтобы был захват при работе косилки. Вот остальное. Нож стандартный макитовский, от 52 какой-то там макита, то есть скорее всего 52 сантиметра. Основная проблема для меня была сделать вот эту вот защитный кожух, который бы не давал траве наматываться на редуктор. Подобрать из готовых банок, бутылок, кружек не получилось, потому что здесь диаметр 9,5 сантиметров. Сделан самодельный из жести, из оцинковки, что-то там подварено, проварено, ну, крутится, вертится, не отпадет. В силу того, что нож у меня достаточно фигуристый, пришлось вот здесь вот вставлять проставочки до стоек, чтобы он не бился о другие стойки вот здесь. Вот, то есть все-таки вот эту разницу надо было вскрести. И из последних доработок это вот эти вот круглые фишки на концах боковинок. Они здесь входят в паз, чтобы внизу не болтаться, а вверху просто прикручиваются на гайку. Тем самым вот эти круглые фишки, ну, как бы облегчают движение косилки, служат передними полосками. В общем, вот такая косилочка. Электромотор крутит ее без проблем. Крутится по часовой стрелке. Вот и все. Если у кого-то есть лоплоши, делайте на его базе вот такую косилку, и будет вам радость.